море, солнце, чистый воздух, заряд позитивных эмоций и незабываемые впечатления. Все это город-курорт Анапа. Вряд ли найдется человек, который никогда не был и не слышал об этом замечательном месте. Анапа находится на стыке Большого Кавказа и Таманского полуострова. Здесь лесистые кавказские предгорья сменяются цветущими долинами, а равнины Тамани перемежаются морскими лиманами. Летний зной смягчается прохладным ветром с морем. От большинства российских морских курортов Анапу отличают уникальные природные ресурсы. 300 дней в году светит солнце, а купальный сезон длится с мая до середины октября. Немало здесь и достопримечательностей – музыкальные фонтаны, заповедники, памятники. Самый необычный – белой шляпе. Кстати, он является неофициальным символом курортного города. Архитектор попытался реализовать в камне образ популярного среди отдыхающих головного убора с широкими полями. Скучно тут точно не будет. Здесь каждый найдет занятие по душе, будь то пляжный, расслабляющий или активный и экспрессивный отдых. Для маленьких привередов в городе работает множество увлекательных, а главное – безопасных детских развлекательных комплексов. Восстановить организм и избавиться от различных недугов помогут местные здравницы. Около 50 санаториев готовы предоставить целый спектр услуг круглый год. В Анапе можно не только прекрасно отдохнуть, получить заряд эмоций на весь год, оздоровиться, но и хорошо жить. Это один из наиболее благоустроенных городов Краснодарского края. Анапу отличает чистота на улицах, цветы, благоустроенные набережные, ухоженные фасады домов, красивые пляжи. Они расположены как в городе, так и в его окрестностях. Например, Сувко, Большой Утриш, Витязево. Идеальные дороги, удобные транспортные развязки, аэропорт и ЖД-вокзал. В городе и его административных районах действуют более 50 детских садов и около 30 школ. Есть и учреждения дополнительного образования, как муниципальные, так и частные. Заинтересовались? Тогда вам к нам. Сотрудники компании «Стройгарант Анапа» готовы помочь воплотить мечту в реальность. Коттеджный поселок «Морской» находится в 6 километрах от города-курорта. Уютные благоустроенные дома от 65 до 145 квадратных метров. В каждом подключены газ, центральный водопровод, электричество 15 кВт и индивидуальный септик. Круглосуточно охраняемая территория с видеонаблюдением. В 1 километре от поселка расположены школа, детский сад, медучреждение. Расстояние до моря всего 4 километра. Чтобы узнать более подробную информацию, звоните по номеру телефона, который вы видите на экране. Наши менеджеры готовы ответить на все интересующие вас вопросы.